Здравствуйте, друзья! Вы видите у себя на экране маечку с надписью Silicon Valley Voice с названием нашего канала. Нашелся добрый человек, который пошел и на Амазоне, вот вы видите, на Амазоне сделал такую штучку, денег не берет за это дело. Вот эти 1288, я так понимаю, это компания, значит, которая создает эту маечку. Вот, я думаю, что с бесплатным возвратом он поторопился, потому что тогда он должен будет оплатить, насколько я знаю, правила Амазона, он будет оплачивать из своего кармана, если кто-то вернет маечку. Поэтому я бы на его месте free return бы убрал. Вот, и маечки разных цветов, смотрите как. Вот такие вот маечки. Зелененькая, ну-ка давай зелененькую. Так, это серенькая такая. Dark Heather, видите, там и пишут какого цвета. Тут даже идет описание, что, значит, solid color, сплошной цвет, а не 100% хлопок. Серенький 90% хлопок, 10 полиэстер. И все остальные, значит, которые смешаны, кроме него, 50 на 50. В общем, какие-то вот такие маечки. И если кто хочет, может себе заказать. Я думаю, может быть, мы будем использовать для наших будущих конкурсов. Я думаю, что вот, может быть, там, так сказать, автор, может быть, какие-то другие бы маечки выбрал, что-нибудь такое. Знаете, не только же такие маечки бывают, но что-то еще более солидное. Не знаю, я может, себе заказал бы что-то более такое, ну, тепленькое там на зиму, может быть, не знаю. Так, но у нас есть не только это, у нас есть еще и вот, Портнов Computer School. Значит, это наше лого тут присутствует, вот, значит, кораблик. Очень мило. Разные размеры. А я вот все думаю, это чтобы одну цену все размеры. Так, зелененькая, серенькая. Size chart. Ну-ка. Нет. Ну, а почему нет? А вот тут вроде нет. Вот это. Вот она. Size chart. Чего ж тут нету-то? Вот как бы... А, это просто пишут размеры, которые есть. Я понял. Да. Там... Хорошо объясняют, что чего с размерами. А если я скажу select, значит, у нас есть мужская. А что, все мужские? Смотри, женских вообще нет. Мужская. Medium 2X, один маленький, 3X и большой. А что это с женскими? Я не понимаю, они disabled какие-то? Нет, а вроде можно, да. Нет, говорит, есть. Слушай, как интересно. Ну-ка, на том. Select. Тоже так получается, что... Как-то, не знаю, женские. Ну-ка, давайте скажем, на ребенка там. Можно, пожалуйста. Закажи в течение 13 часов и выбери One Day Shipping. Это просто у меня аккаунт такой, Prime. Видите, у меня такой Prime аккаунт. Мне и пересылка бесплатная, если я, например, куплю. Вот. Ну что, я думаю, что мы заведем у нас в офисе какое-то количество для наших сотрудников или там для подарков, которые будут лежать. Ну, а если кому вот интересно, то, пожалуйста, вот есть такое. Я ссылочки дам у нас под этим видео. Счастливо!